Всем привет. В общем, Ford Fusion 2007 года на роботе. Я уже рассказывал про проблемы с водительской дверью, как у многих, кто с этим сталкивался. Что же касается задних дверей, с ними тоже проблемы периодически случаются, довольно-таки часто. Вот, постоянно вот это вот хлопанье дверями уже просто задолбало настолько, что я решил сделать там тоже короткое замыкание, скажем так, поставить перемычку. На задних дверях, что слева, что справа, такую перемычку поставить совершенно просто, вообще безо всяких усилий. Вот сейчас я вам даже покажу, как это делается. Лепестки расположены вот здесь. Ну и, собственно, так вот просто он вынимается. Ну и вот, собственно, о том, о чем я и говорил. У меня стоит просто тоненькая жилка из 2,5 квадратного провода. Одна единственная жилка перемычкой между второй и третьей лапкой. Так что можете сделать у себя то же самое, поставив просто кусочек проволочки вот сюда и просто воткнув разъем обратно, как сделал я. Ну и вот, собственно, после такой манипуляции, что же мы имеем? Да, у нас не загораются лампочки на открытии этой двери, но это все визуально легко проконтролировать. Вот. Перестает надобность людей постоянно хлопать дверью, что не может не радовать. Ну и, соответственно, без всяких проблем машина будет ставиться на блокировку. Даже с открытой дверью. В общем, если кому-то вдруг уже настолько сильно припекло, что там прожигать некогда ехать куда-то, вот, либо самому там что-то мастерить, то вы можете совершенно свободно сделать себе такую манипуляцию. В общем, как-то так. Кому было интересно, полезно, подписываемся на канал. Всем пока!